В общем, чё, блядь, Анаполон, вторая неделя. Это, конечно же, памп. Сейчас я грудь качал и трицепс, поэтому у меня руки, блядь, такие нахуй здоровенные. Вот, блядь, чё, водой не заливает. Даже, блядь, теряю в килограммах. Но при этом мышцы залиты, налиты кровью практически постоянно. Выносливость хорошая. Ну и, блядь, вообще меня все устраивает в плане анализов. Кстати, спасибо большое вот этому человеку. Солнышко, я тебя люблю.